Так, я думаю, открываем. Здесь будет. Мимик! Нет, стой, тихо! Это комната с врагами, здесь мимик! Стоп! Я могу вернуться? Посмотрите! Я убежал из комнаты с врагами! Деньги на самом тратить некуда, но сначала я пойду в магазин. Вдруг там будет что-то вроде брокколи какого-нибудь. Оу! Это рука тоже. А, так она работает, то есть. Ты что, она не исчезла! Она не. В смысле, уйди! Ну, в смысле? А! Чё сейчас было, ребят? Ломаем игру просто. И всем привет, добро пожаловать на канал Леон и группа под названием Enter the Gungeon, Farewell to Arms. Сегодня мы будем играть, я долго думал на самом деле, кем играть. Ну, на самом деле, не так долго, пару минут буквально. Представлял, то я хотел парадоксом, то стрелком, потому что новый персонаж, то я потом думал кем-то из старых попробовать, пули или роботом. Роботом я не хотел, пули я передумал, решил в итоге пилотом. Вот такое начало серии, да. Что мы купим, и можем ли мы что-нибудь купить интересненькое? По охоте у нас по-прежнему, понятно, можно кластерную мину купить, она мне не нравится, конечно, да, окей. Кластерная мина мне, конечно, не нравится, но пусть будет, она дешевая, в принципе. Нам все равно ее рано или поздно надо будет открыть. В общем-то, какие у меня соображения на этот забег сегодня? Мы не будем делать забег на проклятие. Мы делали это два раза подряд. Оба раза как-то, ну, не шибко удачно, так скажем, получилось. Почему именно пилот? Я, в общем, вспомнил про такую штуку, что я хотел открыть крысу. Пора бы уже, да. А я говорил в предыдущей серии, по-моему, если не ошибаюсь, говорил. Если не говорил, то повторю. Если вы забыли, а вы забыли, наверное, то я говорил, что, возможно, я открою за кадром это, и, в общем, я передумал. По крайней мере, сейчас я не хочу за кадром, я хочу играть на запись. Если потом будет какое-то желание побыстрее, если там еще очень много монет будет, я не помню, сколько там их, то потом посмотрим. Ну, пока что у нас, в общем, задача задонатить как можно больше, на второй этаж принести. Собственно, поэтому именно я и взял пилота. О, кстати, фиолетовые самые. Что здесь такое? Урсула. Какая музычка. Сфера жизни. Кстати, мы ее недавно открыли. Блин, я бы егерь купил бы и жетоны, сферу жизни. А лучше все это украсть. Мне нравится, что так музыка переменилась. Да, и вернулась такая вооружельская тема, когда мы вошли в какую-то комнату с врагами. А, в общем-то, поэтому пилот. Пилот, собственно, потому что у нас... У него есть отмычка. У него есть скидка. Ну, скидка как бы это не первостепенная моя была. Артефакт, ради которого я его взял, собственно, ради отмычки. Потому что это из тех персонажей, которые могут... хоть каким-то шансом открывать сундуки, которые я бы за ключи открывать бы не стал. Либо если бы у нас просто недостаточно было бы ключей. И поскольку я хочу идти на секретный этаж сейчас, то... Соответственно, мне пилот, наверное, один из лучших вариантов сейчас. Если, конечно, мы смогли бы нормально отмычку поначалу попрожимать, но, к сожалению, она нам неудачную попытку выдала в первый раз. Интересно, там была активка или пассивка? Если там была пассивка, это, ну, более обидно, на самом деле, потому что пассивки мне... Ой, это активки. Активки или пассивки или тому подобное, короче, ни оружие мне из деревянного сундука нравится больше. Хотя пассивки, если честно, я не припоминаю, какие там. Ну, там есть хорошие, есть не очень, но активки там все хорошие, по-моему. Ну, или почти все. По крайней мере, они неплохие. Так, оп. Так, у нас здесь какая-то комната соседняя. Здесь такой кругаль, что ли, сейчас будет, да? Ну да. Окей. Я бы сходил, на самом деле, вот сегодня я бы реально очень хотел бы сходить на древнего короля. Не знаю, не из-за того, что есть какой-то в нем огромный смысл, а потому что просто хочется. Понятно. Давайте. Ты, блин, зараза, не открыла там защита с... пустышкой и с сундуком, из которого может попасться, причем сундук, который деревянный, стоит отдельно, вот так вот в какой-то комнате попадается, а не в фиксированных комнатах на этаже. Из него зачастую бывает дроп очень такой, как будто его обычный пикап, то есть не оружие или там предмет какой-то, или там бывает оружие, там монетки с не знаю, там броней или чем-нибудь таким еще. Так что бывают у них интересные дропы, в отличие от других сундуков. У других сундуков просто фиксированы какие-то там, не знаю, какой-то предмет. Или оружие. Так, красное сердце нам дают.
торгаш у нас закрыт, надо найти через другую сторону. Вот раньше в первых версиях игры был торговец, это был большой прогон, конечно, многие были недовольны. Торговец бывало такое, что он мог быть закрыт на ключ, то есть как Зельда или как там, не знаю, броня красная. Кстати говоря, надо учитывать, что броня красная тоже может быть закрыта на ключ. Я про это вечно забываю. Если он будет закрыт, это печально, конечно. А, револьвер Шейца, тоже хорошая штука. Блин, зараза, нам столько всего вкусного дают. Я бы все из этого купил. И курсу, там интересные предметы. Ах, ладно. Посмотрим в конце этажа. Я просто мне бы сэкономить деньги, чтобы у меня было побольше их. На самом деле, для того, чтобы задонатить ключ, очень хорошо подошел бы проклятый забег, потому что там бы денег гораздо-гораздо больше было бы. Но это не он, к сожалению, поэтому у нас мимик, да? Да, мимик. Хорошо. Только я не уверен, что я правильно ли я, что я его начал сейчас убивать, потому что если здесь будет оружие... Хотя нет, знаете, что правильно, стопудово. Потому что даже если здесь будет оружие, из босса нам выпадет не оружие. Я не против, потому что я не хочу убивать босса стартовым револьвером этого самого пилота. Поэтому я буду рад, в принципе, всему, что там может выпасть. Да, дай мне что-нибудь. Ох, зажимает, зараза. Пасть бы по нему еще. Знаете, этот мимик, он такой верткий, зараза. Ну вот, только я подумал о сигаретах и думаю, вот только не сигаретах, потому что я сейчас не хотел с ними заморачиваться. Ну ладно, сигареты так сигареты. Так, как там менять? Во, на shift. Окей. Три крутости у нас есть. А, возможно, мы еще подонатим деньги. Потом, если мы при большом желании, мы можем сигареты продать. И, походу, нам придется босса бить с нашего оружия, что ли. Стоп, а мы можем револьвер Шейца купить. Револьвер Шейца, он выглядит как обычный такой. Кстати, это оружие этого самого очевидца. Так, у нас здесь бочка? Да, есть бочка. С револьвера Шейца можно его бить. Оно типа выглядит как обычный револьвер, но на самом деле у него приличный урон. Кстати, как мне там говорили в комментариях, да, встречал человек в этом обновлении новом. А, алтарь такой, который выглядит как очевидец, держащий свои разные оружия. Туда, в общем, надо приносить разные оружия, которые принадлежат очевидцу. Можно в разных забегах. И вот как раз-таки револьвер Шейца... А, стоп, или нет? Нет, 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 револьвер Шейца к нему не относится, точно. Револьвер Шейца, это у курков-близнецов есть. В общем, ну, раз вспомнил про алтарь, то уж да расскажу. Туда надо приносить оружие очевидца, и что-то, походу, откроется. Я не знаю, что, я не читал, я просто тоже слышал что-то про такое. Видел какие-то скриншоты этого алтаря. Но без понятия вообще, что откроется. Но, судя по тому, что это такой мини-квестик такой, достаточно долгий будет, не на одну серию явно, то должно что-то хорошее быть по-любому. Так, где у нас чайка? Куда она упрыгала там уже? Слушайте, а скорострельность уже револьвера Шейца? Мне казалось раньше, что она была больше. Но походу, что нет. У него боезапас не слишком большой, но урон, вы видите, что он, в принципе, вменяемый. Более чем. На босса, в принципе, пойдет. Такс. Тем более, что это легкая комната с чайкой. Здесь пропустить урон, это, конечно, за гранью добра и зла было бы. Но у меня, кстати, другой вопрос. Интересно, а вот если бы я сигарету прожал, это бы засчиталось бы как на получение урона или нет? Если нет, тогда можно было бы... О, Кейси! Кейси, ребята, это Кейси! Целая куча здоровья! Мы сейчас крутости просто накуримся. Вопрос, если мы... Смотрите, когда мы получаем урон от сигарет, у нас есть некоторые несколько секунд неуязвимости, как бы. И вопрос, работает ли это? То есть мы так взяли, в нас летит выстрел, который нанес бы нам урон. О, изи, еще сигареты. Который нанес бы нам урон, представьте, да? Мы прожимаем сигареты и получаем и впитываем эту выстрел, который нам не нанесет урона в итоге. Работает ли это так? Вот это я не знаю. Сфера жизни, к сожалению, нам денег не хватает, хотя мы ее недавно открыли как раз. Я бы ее взял с радостью, но ладно. Мы возьмем ключ. Мы пойдем на секретный этаж. Вот здесь он, да. И я только так буду использовать этот Кейси. Я обожаю Кейси. Я обожал всегда, когда Варлок подбирал Кейси. Кейси и движок. Вот это два оружия, которые... Они... Вот движок, он мощный и экономный. Кейси, оно вообще бесконечное. И оно тоже мощное, оно очень интересное. Но это оружие, с которыми надо уметь обращаться немножечко, потому что они очень веселые. Это одни из немногих оружий, вот это, особенно Кейси, которое ближнебойное вообще. Но, блин, как я люблю с ним получать урон. Это просто, знаете, если берешь Кейси, значит, надо запасаться здоровьем побольше. Оп, стеклянный камень Гуона. У него приличный урон этого Кейси. Он дает проклятие, кстати, надо это учитывать. Мы его как раз таки купили не так давно. Еще он толкает врагов очень мощно. И можно врага во врага запустить, и типа урон нанесется более чем. Так, аккуратненько. Опа.
Только надо учитывать, что Кейси, оно даже грипп убивает, вы понимаете? Так, но все-таки не надо убивать гранаты сблизи уж точно. А то это будет как богохульство. Вот так вот можно запускать врагов. Вот, так вот. Изи, очень приятно такой. Как-то бильярд такой, играем в бильярд. А ты собака. Что-то думал, что не успеет, что я успею оббежать его. Ладно. Один удар это плохо, потому что это, считайте, одно прожимание сигарет улетает в никуда. Оп. Оп. А, тихо, тихо, тихо. Ах, ты же, думаю, получили, нет? Получили, нет? Получил. Не научусь я, кстати говоря, нормально так сигаретами пользоваться именно так, чтобы перед получением урона. Потому что очень тяжело рассчитать момент, в который ты получишь урон. Если ты уверен, что ты получишь, ты стараешься все-таки вернуться, а не впитать его в себя. Оп. Ну давай, хорош стрелять. Опа. Мини-очевидцев, это не очевидцы, это не те очевидцы, которых надо убить на ходу, потому что видел раньше некоторые люди негодовали, ну это еще давно-давно-давно почитал комментарии к этой игре на других каналах. Люди думали, что... Ну, некоторые люди думали, что очевидцев, которых надо убить в охоте, там говорят, 3 штуки убить, это вот эти вот маленькие глазики. На самом деле надо убить именно босса очевидца. Это прям 100% инфа, потому что, во-первых, именно очевидец, очевидец-босс так и называется, очевидец. Во-вторых, представьте, наверное, насколько это было бы глупо и халявно, если нам у нас до этого было задание там убить около 120 патронов, а тут 3 глазика убить. Типа одна комната, что ли? Броня с шипами, не помню с чем. А, кстати, по-моему, у нее синергия с нашей дубинкой, если не ошибаюсь. Я не уверен, но мне так казалось. Я помню, что у Кейси есть синергия, которая шипы накладывает на Кейси. Типа он бьет сильнее, что ли, что-то такое. Еще у Кейси вроде была какая-то синергия, где она запускает каким-то выстрелом, начинает стрелять, типа колючек каких-то. Что-то такое, может быть, с газдометом или чем-то таким. Не помню, слушайте. Возможно, что синергия у него не с доспехом, с шипами, а с чем-то другим. Но все-таки я постараюсь на него накопить и купить. Несмотря на то, что я сказал, что будем копить деньги на ключ. Просто сливаю все, что можно, покупаю все подряд. Ну, ладно. В принципе, у меня первостепенная задача это получить кайф от забега, поэтому... Уж, если есть шанс сделать синергию с Кейси, я ею воспользуюсь, если это действительно так, если действительно она. На самом деле у нас со здоровьем некоторые проблемы начинают появляться, потому что здоровье у нас 2 сердца осталось, и я покупать бы его очень сильно не хотел бы. А вот и проклятые враги. Даже этот самый, даже призрак убивает. Проклятого призрака Кейси ваншотит просто. Как нефиг делать. Так, граната. Пнули просто. Заживись. Так, тебя тоже. Так, у нас сундучок где-то в этой стороне, как-то он так... Наверное, отсюда вход, да? Хотелось бы узнать, что за сундук, но пока что мы сундук максимум один можем открыть, потому что второй сундук надо посмотреть, как у нас будет, где находиться броня. Если броня будет закрыта за ключ, нам придется в первую очередь в нее открывать. Хотя сейчас у нас забег и не выглядит совершенно, как будто бы я потяну короля, старого короля. Но я очень постараюсь. Но хочу сказать то, что я не 100% на него все-таки пойду. Во-первых, это если в случае, если мы донесем броню, и в случае, если у нас реально забег будет не под угрозой. Если у нас будет половинка сердца, у нас не будет нормальных оружий каких-то таких прям, то я очень сомневаюсь, что я в него пойду. Оп. Так, 5 гильз выпало. Ага, у нас броня открыта на халяву. Окей, это хорошо. Синий сундук, в принципе, можно будет открыть его потом. Я думаю, что он, в принципе, пойдет для нас. Оп. Враги, кстати, да, когда ты пускаешь бочку, они агрятся на нее. Не знаю, в чем прикол, но так это работает, действительно. Они причем пытаются несколько секунд, если они не попадают по бочке, они пытаются несколько раз в нее попасть. А прикинь, затригерить этих врагов, которые сейчас там были как раз таки. У которых... Самый, который косок стреляет в разные стороны. Опа, ты, блин, собака. Которые косо стреляют, и просто бочку толкнуть и ждать. И они будут стрелять в разные стороны, не будут попадать вообще. Фу. Стоп, а она отбивает вражеские выстрелы или что? А, точно! Я забыл про это. Ребята, Кейси отбивает вражеские выстрелы обратно. Точно, я напрочь про эту штуку забыл. Я же про нее знал. Оп. Вот так можно убивать врагов, тоже весело. Так, а второй сундук? А, второй сундук вот здесь, да. Не обратил внимания. Оп.
Слушайте, оно делается достаточно безопасным оружием. Оружием это может стать, если пользоваться им правильно. Оп. Кто еще? Не знаю, сколько оно ударов наносит, потому что когда мы вблизи бьем, как будто, видите, таких, как будто три удара происходит. Не совсем понимаю, как это работает. Ух. Вот грибочки, конечно, для нас опасны, да, потому что они как ломаются, сразу все разлетается. Но кейс — это такое оружие, которое настолько веселое, и оно... Я бы не сказал, кстати, что оно редко попадается, но им всегда начинаешь злоупотреблять. Это как с богохульством бывает такое, что ты начинаешь им весь забег проходить, хотя веселее было бы попользоваться другим оружием, что у нас здесь. Окей, извратитель. Извратитель? Нет, нас не интересует, кстати, потому что... Что у нас тут? Позвонок 47. Хорошо, тогда вопрос, хочу ли я синий сундук? Что если там будет пассивка или активка, блин, я очень не хочу щит девы получать. А он там, зараза, очень часто появляется. Мы, наверное, револьвер шейца будем использовать. Сигареты прожал. Револьвер шейца будем использовать, потому что он... А у нас уже немножечко потрачен, если нам выводит боезапас, тогда у нас хотя бы будет все оружие заполнено целиком. Оп, тихо. И, в принципе, револьвер шейца, с ним легко справиться. Самая противная позиция как раз-таки сверху над боссом стоять. Что почему-то сверху уворачиваться сложнее всего. Не знаю почему. Без понятия. Но почему-то вот так вот. Слушайте, а мне казалось, что револьвер шейца как-то мне казалось, что он раньше сильнее был. Серьезно, мне казалось. Я не знаю, может у меня под впечатлением каким-то такое сложилось все. Что у него огромный урон. Но так у него просто нормальный дамаг. Просто нормальный револьвер. А то мне прям раньше казалось, что он, ну, прям очень-очень крут. Так, смотрю, он вроде как не настолько быстро убивает слизняка. Скорострельность бы ему, ему бы зелье дружбы с оружием, во. Вот оно бы зашло. Оп. Оп, нет. Как он попал, дурацкий, сквозь зубы, говорю. Я надеюсь, что нам здоровье дадут хотя бы, потому что ситуация очень колкая. Как раз пол здоровья, про которое я говорил, нам половинку сердца дали. Стала техника пустыш. Ой, тут ошеломление. Ну такое. Ладно, давайте откроем. Стоп, надо было... А, хотя ладно. Надо было этой самой, как ее, отмычки открывать, но... В принципе, не страшно. Нам дали нормальный предмет. Давайте попробуем. Да, это есть энергия. Я все-таки угадал. С Кейси? С Кейси, да. Он, видите, он с дубинка с шипами стала теперь у нас. Окей, это хорошо. Это очень хорошо есть. Так, давайте здесь бахнем пустышку, пофиг уже. Не будем искать особо секретку какую-то где-то. Она, в принципе, разве что в магазине еще могла бы быть. И либо в какой-то рандомной комнате, вообще непонятно где. Так, окей, меня... Это интересно, кстати. Надо бы нам сигареты поставить на другую клавишу, потому что, по-моему, я уже не первый раз сигареты случайно прожимаю. Не на другую клавишу, а поменять местами их, вот так. Я всегда забываю про предмет, кстати, на авто... Во, это самая синергия, да, где он гвоздями начинает стрелять еще. Правда, наверное, у них урон так себе. Но это хуже точно не делает. Еще я заметил, что... Наушник поправлю. Еще я заметил, что... У него звук какой-то забавный. Очень-очень громкий звук стал. Оп. Ну, надеюсь, что он не настолько слишком громкий. Он звук из... Мы получили урон. Я забыл совершенно про красную броню. И там я пытался отразить вражеский выстрел, но в последний момент я... Получил таки урон. И только после этого я, как всегда, вспомнил про красную броню. Ладно, в принципе, я не слишком жалею, потому что у нас сейчас забег, честно говоря, я не особо думаю, если бы у нас еще что-то не появилось бы крутое, или здоровье не установили бы полное. Я очень сомневаюсь, что я бы пошел на древнего короля, потому что Кейси убивать его не вариант. Кстати, а мы убьем ее? Не убили. Зато, вы заметили, да? Я думал, что мне показалось, когда я других врагов убивал. Кейси поджигает врагов, потому что только что железное дело подожженное было. Походу, что да. Оп. О, ребята, вас проще так, нифига себе, вас тут вылупилось. Их тоже можно вот так перекатами убивать, но я это не люблю, если честно, на мышке. Меня они все-таки больше напрягают, чем слизняки. По слизнякам как-то попасть проще, по-моему. Вовремя. Нет. Вот видите, да, вот этот выстрел, который у него крутится вот так вот, он может спокойно за угол ими стрелять. То, что он как бы так разворачивается, и за счет того, что он вокруг своей оси оборачивается, он может огибать некоторые препятствия. Эх ты, собака какая. Я перекат сделал во врага. И опять получил урон.
Потому что я пытаюсь злоупотреблять Кейси. Я говорю, Кейси такое оружие, которое очень интересное, очень веселое, но ты с ним получать урон будешь регулярно. Потому что ты будешь пользоваться им в любых ситуациях, начинать. Я надеюсь, что Кейси не убьет наш забег. Как бы нет, не Кейси убивает, понятное дело, а то, что я им пользоваться не особо умею. Но все-таки дайте мне скидку на то, что я... С Кейси я и так, в принципе, играть не особо умел, а сейчас я еще и очень давно с ним не играл. Собственно, на записи он у нас первый раз попадает столько. Нет, нет, тут огонь, 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 огонь. Потушились. Так, у нас остался новичок. Надо как-то к нему дойти. Мы магазин еще не нашли на этом этаже, да? Так, заряжайся. Да, магазин мы еще не нашли. Ну, давай, заряжайся. Вот если нажать заранее вот так вот, вот сейчас нажать, да? А, нет, он все-таки заряжается. Я как-то не знаю. Я вроде вдавливал мышку, но почему-то он не заряжался. Так, а вот и боезапас. Кстати, несмотря на то, что у нас очень большая крутость, у нас дроп в комнатах, я бы не сказал, что он прям фантастический. По-моему, хотя у нас недавно сердце выпало. Наверное, я не фантастический, потому что я обращаю внимание на боезапас, а боеприпасы падают от проклятия вроде. От крутости, если не ошибаюсь, они не зависят. Такс. И на самом деле крутость, она еще повышает, ускоряет этот самый, как его. Скорость заряда предметов. Вау. Сундучок. Стоп! Ты чё, офигел что ли? А ну покажи пасть. Видите, туда? Какой борзой сундук. На тебе. По щам. Я знаю, что первый выстрел по мимику, он не наносит урона, но все-таки это было приятно. Так, нет, уйди от меня, он же сейчас бабахать начнет. Вообще, красный мимик один из самых простых, потому что он настреляет и потом нифига не делает. Это пряность, ребята. Сколько у нас проклятия? Одно проклятие у нас, да? Окей. Берем пряность, используем. Ой, тихо, пряность используем, я сказал. Так, я пряность, наверное, раз 5 бы прожал, на самом деле. Чтобы она чуть-чуть здоровье отняла, и у нас дамага было бы огромное количество. Проблема в том, что она сейчас будет попадаться везде просто. В принципе, за босса-то ладно. Главное, чтобы оно не в ущерб оружию вышло в итоге. Потому что если у нас будет даже мощное оружие, у всех дамаг огромный, то это не спасет. А нашему, например, Кейси, это вообще не критично, потому что... А потому что Кейси и так у него дамаг такой, что он ваншотит обычных врагов постоянно сам по себе. 255 монет нам еще надо закинуть сюда, понятно. Еще не хило, так надо сказать. Но на самом деле, с другой стороны, в принципе, возможно, ребят, следующий забег будет на крысу. И если я сделал буквально один забег за кадром, даже не обязательно забег делать полноценный, а просто на секретный этаж зайти и сюда. И все, собственно. Так, это мы открываем. Здесь будет... Мимик! Нет, стой, стой, тихо! Это комната с врагами, здесь мимик! Стоп! Я могу вернуться? Посмотрите! Я убежал из комнаты с врагами. Воу. А я могу телепортироваться, нет? Нет, не могу. Окей, а если я выйду из этой комнаты, она считается незавершенной, да? Вопрос, сейчас будем ломать игру, ребят. Оп. То есть я, не защищая комнату, могу уйти к боссу, да? Я играю... Нет! Это очень странно, я не знал такого. Оп. О, командос! Команда! Ну, просто команда. Я не понимаю, почему пишется ком 4 до. Ой, нет, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Где моя дубинка? Опс. Вот так, все. Боеприпасы, на что? На команда, да? Да, только что потратили 2 выстрела случайно. Это оружие, которое просто разносит боссов пух и прах. Мы получили немного урона там, конечно, но это было очень забавно сейчас. Это гадюка долбанная, патроны Конда. Мне, кстати, говорили про такой лайфхак. Не лайфхак даже, я бы сказал, а такое халявное убийство врагов. Есть такая пушка, называется Корсар. Она, в общем, у нее принцип в том, что она самонаводящаяся и... Ой, какая нафиг самонаводящаяся? Она не самонаводящаяся. Она... Ты стреляешь, она рикошетит от стенок очень сильно. Блин, пожалуйста, успей убить. Успей убить ее до того, как она возьмет, сожрет еще что-нибудь. Все. Изи. Она не самонаводящаяся, она отражающая от стен... Обалденный артефакт. Я бы очень хотел его взять. И вместо, знаете чего, вместо сигарет.
Все, сигареты свое отработали. Можно их оставить там. Так, донатим все деньги сюда, да? Все деньги. Остается 168. Значит, мы можем... Я могу сделать один забег за кадром, и дальше мы уже купим ключ и пойдем на крысу в следующий раз. Возможно, попробуем так, да. Так, пока что еще с Кейси можно побегать немножко, пока у нас оружия не слишком много. Мы ничего не забыли на этом этаже. Рада, что пустышку бахнуть можно, конечно, вот здесь, например. Ладно, все. Вроде все. Это оружие, которое отражается от стенок, можно его, то есть не заходя в комнату босса, оказывается, или в комнату, не босса, вернее, комната обычная, да, мы стреляем туда, и они защищают комнаты извне. То есть мы можем убивать врагов извне комнаты, и там даже волны будут появляться, оказывается, как мне сказали. И, то есть, такая вот халявная зачистка комнат, мы не оставляем вообще никаких шансов врагам на нанесение нам урона. Такая же тема была, по крайней мере, раньше, сейчас не знаю, с гадюкой. Вернее, не с гадюкой, а с патроноконды, собственно. Ее так зовут, да? То есть, ее можно было бы убить извне комнаты. То есть, она находится в комнате сразу же, не как, например, какая-нибудь чайка, которая прилетает. Или курки-близнецы, которые из ниоткуда появляются. А патроноконда, она сразу находится в комнате, поэтому... А ей можно наносить урон извне комнаты, и, соответственно, ее можно убить таким способом. До входа в комнату. По крайней мере, так было раньше. Сейчас я не знаю, как с этим обстоят дела. Потому что некоторые такие моменты фиксят в игре. Так, это хороший сундук. Чё это такое? Быстро бег, путь пушек. Чё? Это новый предмет какой-то, судя по всему. Я вообще его не помню. При определенных условиях эта волшебная пуля становится невообразимо мощным оружием, излучающим энергию. При определенных условиях. Ну, ребята. Ну, почему я не знаю, что она делает? Я сейчас, может, это крутая какая-то штука, а я сейчас не пойму, как ей пользоваться, и просто весь забег ее ни разу не заиспользую. В итоге она у меня просто сгорит, и это будет очень обидно, да? И потом она мне будет тонну лет не попадаться. Собственно, по поводу того, что фиксит еще в игре, например, раньше, по-моему, это на красном было, такая фигня. Так, давайте все-таки уже стрелять чем-нибудь еще. Вот в таких ситуациях все-таки... Этот Кейси нам не особо хорош. Все-таки эти жабки. Там еще жаба вторая осталась, что ли? Нет, вторую мы убили, это просто выстрел от нее остался. Например, на красном, то есть красный священник, который босс. У него вот эта атака, в которой он становится невидимым и стреляет по всей комнате везде. Она раньше, ее можно было легко игнорировать, просто зайдя вот в это вот небольшое... Крыса, кстати. А, как это называется-то? В небольшой такой проем... Дверной проем перед входом, ну, который, из которого мы приходим к боссу, во, сформулировано место. То есть вот этот вот проем такой. Мы могли туда забежать, и по нам бы просто выстрелы бы не попадали, не долетали бы, мы были бы под защитой. Но если на нас что-то появляется, мы можем перекатиться там, и легко можно генерировать атаку. Потом, если не ошибаюсь, и, вот, слушайте, простите, если я дезинформирую, по-моему, именно на этом боссе такая что-то была. Я точно помню, что на ком-то такое было. Потом это убрали, и типа... А, ты просто не можешь войти в этот проем после того, как ты зашел к боссу. То есть вот так вот. С Балрогом, по-моему, такая же фигня была, или что-то в этом духе. Пряность. За 107 монет, спасибо. Как всегда, пряность стоит просто как крыло от самолета, как говорил Варлок. Обожаю, зараза, эту фразу. Нет, пожалуйста, да сдохни ты! Это как сингулярность, конечно, сейчас было не лучший вариант использовать. Сингулярность, если честно, я не совсем помню, что это термин означает в космосе. Я раньше когда-то интересовался подобной тематикой. Потом я как-то немножко на это подзабил. В какой ситуации? Может, надо, чтобы пули попадали по нему? Ну. Давай еще пальни. О, попало, раз. О, стоп, что это такое? Оу, что это такое, ребят? Что нам за оружие дали? Что это такое? А ну, стоп, а я могу посмотреть? Во. Бесконечный боезапас, не показывает скрытые стены. Путь пушек ветроствольный. При определенных условиях эта волшебная пуля становится невообразимым мощным оружием. Как правило, это означает проявление невероятного мастерства с доставки и обслуживания мостов. Чё? Каких мостов еще? Однако, если поблизости... мостов не наблюдается, она может обратить внимание и на менее значимые вещи, как... Такие, как смелость или решимость.
А, то есть я сейчас очень рядом с пулями находился или что-то такое. Нам дали какое-то крутое оружие. Вообще не... Стоп, оно сейчас изменит... Я понял. Я как раз у меня был вопрос, оно типа остается навсегда с нами или нет? Походу все-таки не навсегда. Так, я так понял, что около мамы врага находились, да? И у нас оно зарядилось. Или что-то в этом духе, да? Или это из-за того, что мы получили урон там? Черт его поймет. Как оно работает? Ладно. Ну да, ну я не могу понять, короче. А, в общем, этот предмет превращается в какую-то крутое какое-то оружие, которое я, к сожалению, не успел попользоваться нормально и не успел понять, как сколько оно урона наносит. Нам бы его на босса бы дали, я бы узнал, сколько оно дамажит. Насколько оно эффективно. Наверняка какие-нибудь, не знаю, сидами или чем-нибудь таким, еще каким-то там кодом или читами или чем-то таким программами можно дать себе это оружие, выдать на постоянной основе. Но, соответственно, это будет уже вне рамок официальной версии игры. Это опасно было, конечно, сейчас. Грибочек маленький. Ну, подходите. И они сразу подошли и спрятались, понятно. Так, знаете что, я вас так убью просто и все. Ну или револьвером шейца тоже можно. А то как-то мне не нравится ситуация, которая у нас здесь происходит. И наверное, что я сейчас Кейси немножечко поубавлю обороты с ним. А, потому что, в принципе, у нас оружие уже есть какие-то. Совсем небольшие. На самом деле, очень мало оружия у нас. Так, это откроем. Кстати, а с какого сундука она выпала, вот эта штучка? Из красного, да? Значит, это должно быть реально что-то очень мощное. Так, это секретки подсказывают или нет, я вот не помню. Не помню. По-моему, должна показывать. Так, и вот здесь еще. Да, это было из красного сундука. Я раньше не понимал, зачем стреляют два выстрела, потому что вы видели, сейчас я из первого выстрела тоже обнаружил секретку. Вау! Вау, вот это дроп! Потому что иногда бывает такое, что у меня некоторыми оружиями я то ли мажу, то ли еще что-то, не знаю. В общем, они не с первого раза открывают секретку. Так, нам дали оружие, которое открывает секретки. Здесь что? Пачка денег, это секретки показывает. Наковальник. Нам вообще пряность дали. Злые пули. Злые, да? Да, это вроде злые, как выглядело. Наковальник. Ну покажи, покажи. А, сердитые пули, да-да-да. По-другому предмет называется. А, и здесь далеко варп. Ладно. Пробежимся тогда. Кстати, а ты что нас просишь? Может быть, ему что-нибудь отдать стоит? Принеси мне три брони. У тебя есть патрон второго мастера. Ладно, пусть отдадим ему, конечно, это ослабит наш забег немножечко. Если мы будем играть на пряность, то это у нас совсем здоровьем станет некоторые проблемы. А если мы еще пойдем в секретный этаж, то тем более. Но я не уверен, хочу ли я пойти на секретный этаж, если честно. Потому что он немножко бесполезный. Ну, типа, по фану он, конечно, прикольный, да. Необычно выглядит очень. Но только в том случае, если у нас будет все очень хорошо. Будет видно, в общем. Пряность на халяву дали. Она сейчас что-то отнимает здоровье, да? Верно я говорю? Да. Стоп! Я, кажись, да, этот самый что-то провтыкал. Что-то я оставил где-то. Почему-то у меня два артефакта. Где-то я просрал свои пустышки. Вот простите за такое некрасивое слово. Но это факт. Куда-то я слил... О, не пустышки, а отмычки, отмычки, отмычки. Куда-то я их, походу, где-то оставил. Что-то я помню, что я сингулярно с собой решил потаскать. Сигарет я давно еще выкинул. Так. На что мы меняем? На ракеты сначала. Это танк. Ну куда ты в стенку стреляешь? А, с ракетами это хреново работает, то что они сквозь врага проходят. Точно, злые пули очень плохо работают с ракетницей. Оу! А, это наша ракета. Это нифига себе атака врага. Так, мы сможем поджечь танк? Да, смогли поджечь. А отравить его еще? Мне, в принципе, научная пушка нравится, я не знаю. Я это каждый раз говорю, что на нее бывает жалуются некоторые люди. По-моему, у нее ДПС вполне себе вменяемый. Она как статусом накидает, то и все, и вообще зашибись. И, в принципе, такие лучевые оружия мне лично нравятся. Рада, что ее заряжать надо, конечно, тогда это не очень удобно. Оп. А у нас пустышек нету, кстати, больше. Надо учитывать это. Знаете что, надо сингулярность использовать вообще-то. Не знаю, почему я до этого ни разу не использовал, она бы у меня уже зарядилась. Наверное, потому что просто банально забыл, как обычно.
И она, кстати, заряжаться должна быстрее, чем обычно, потому что у нас крутости набрано. Хотя у нас и крутости есть, и в то же время мы проклятие набрали. Знаете, что мы всю нашу научную пушку отстреляли уже. Офигеть. Во, все. По крайней мере, без получения урона вроде убили его. Может, мы 5 патронов мастера соберем наконец-таки. Дробаш хороший. Нам надо патроны на командос. А когда мы будем команду использовать дальше, надо будет сердитые пули выкидывать нафиг просто. И мы идем дальше, собственно. У нас все хорошо. Что у нас тут есть, продается или что-то такое интересное? Нет, ничего. Собственно, у нас все зашибись. Мы, да. Все отлично себя чувствуем. За сердитые пули потом мы выкинем, как минимум это на драконе. Так, научная пушка, я не знаю даже. Как-то она быстро в боезапас улетел. Как работает, когда у нас много крутости, когда у нас много проклятий? Просто я знаю, что, по крайней мере, мне так говорили, я читал еще давно, что проклятие типа противоположность крутости. А, ну да, у нас сейчас ничего не работать не будет из оружия. То есть, проклятие уменьшает дроп в комнатах, в то же время оно увеличит дроп боеприпасов, которые от него зависят. А крутость, она, я так понимаю, наоборот. Но вопрос, если у меня есть и то, и другое. Что из этого? Оно как считается? Типа, одно из них аннулирует другое? Я думаю, что нет. То есть это было бы глупо. Если у нас там, например, 10 крутости, 10 проклятий, в итоге у нас типа 0 всего. Ну, по эффективности дропу. Я думаю, что и то, и другое работает, скорее всего, просто. И боеприпасов много, и проклятых врагов дофига. Да. Хотя это зависит только от проклятия. И этих самых. И обычного дропа тоже прилично. Еще разок. Ну давай. У нас сейчас огромный дамаг должен быть. Так, с чем мы будем расчищать комнаты? Дробовиком дальше, да? Можно, в принципе, заходить в комнату с вот этим оружием. А, ну да, оно сейчас работать не будет. Ну, можно кейси поиспользовать, конечно, да. Немножечко. Позлоупотреблять еще. О, у нас же есть толстенькое ошеломление. Мы сейчас просто всех будем ошеломлять. Легко. Опаньки. Так, ты у нас не ошеломленный. Себя убить. Еще. Какая хорошая комната. Здесь просто целая куча гробов. Там сзади идут. Видите, что вас проще стартом револьвера даже убивать. А то я каждый раз кейси заряжать на одного врага. Так, у нас какая-то интересная комната с фонариком. Это магазин. Зелень сенсовой кожи, я его хочу. Оружейский муравей, меня бы синергия интересовал бы, но без синергии. Я не помню, с чем у него синергия, абсолютно не помню. Вот так, все. Кто еще? Джинни. Так, у нас дают нам боеприпасы. На что вопрос? На револьвер шайца или на научную пушку? Давайте на научную пушку. Пофиг. Я думаю, что она нормальная, в принципе. Пойдет на комнату хотя бы. А, нет, стоп, только не на эту. Здесь надо что-нибудь другое. Хотя не знаю, где есть логика поменять научную пушку на долбанный этот самый, как ее, бомбардир. И, кстати, у нас отличное сочетание бомбардира с пачкой денег. Я пачку денег обожаю, потому что мне все-таки очень интересно всегда посмотреть, что находится в секретке будет. Но прикол в том, что нам надо следить за этим всем. То есть пачка денег, она делает такое, что у нас там, где секретка, у нас появляется небольшой призрак, который, собственно, символизирует, что там секрет. То есть можно спокойно находить их. Дали оружие! Погнали крушить. Быстрее, быстрее, быстрее. Походу, у него какой-то дьявольский просто дамаг. Серьезно, вообще. Оно просто огромный ДПС выдает. Ну, давай. Нет, он заканчивается. Быстрее, быстрее. Все. Я бы очень хотел на босса. Интересно, сколько оно раз за забег оно у нас сработает? Я думаю, что еще раза два. Может быть, три. Вряд ли больше. Так, кто еще остался? А, пума. Ты до сих пор у нас живая. Так, это не основная пума, естественно, да? Потому что основная не стреляет. Вот ты у нас тут спряталась. Вот, все. Один из самых проблематичных врагов, на самом деле. Дробовик вот этот, как называется? Квадрат или что? А, прямоугольник, точно, во. О, прямоугольник, да. Так-с. У нас там есть Зельда, но она закрыта на ключик. Я бы, на самом деле, я к ней пойду. Потому что она может дать интересные предметы зачастую. Давай же, взрывайся. Она дает зачастую интересные предметы. И за один ключ это всегда очень интересно проверить будет. Я, в принципе, ее предпочту даже зеленому сундуку примерно.
Так, к сожалению. Стоп, а секретку проверить? Нету. Если у нас будут пустышки свободные, или деньги на пустышки, я пустышки потрачу себе на боссе, например, но найду эту секретку, я... Вернее, я буду искать эту секретку, если у меня будут деньги, или в магазине будет пустышка. Так, потому что все-таки секретка, она себя... Даже если мы ее где-то не найдем здесь, секретку искать сложнее, чем тех же крыс. О, есть! У нас есть золотой ключ. Это меня очень радует, потому что это новый NPC какой-то. Я очень надеюсь, что это какой-то NPC с новым видом забегов, потому что если это будет какой-то режим добавлять, то мы, естественно, ну как я могу открыть новый режим забегов и не пойти на него сразу же, а? Как я еще не получил урона в этой комнате? У меня тут все в глазах разбегается просто. Вау! Просто, знаете, так на отвлеченную тему какую-то болтаю, как Варл говорил всегда. Он гораздо лучше играет в игры, когда он говорит какие-то на отвлеченные темы. Че это такое? Че, вот это что ли? Че это такое? Солнечное копье? Сверкающая аура, какая-то такая мелкая. Еще и упала где-то сбоку почему-то. Забавно выглядело. Так, делай врагов до отвращения сияющими. Звучит не слишком круто. Это копье родилось из химии. Или родилось. Не знаю, куда ударение оставить, это вечная проблема. Между двумя героями, вместе покоряющими просторы оружия. Так, синий сундук. Ну, не знаю. Так, давайте копье проверим, где оно у нас. Вот здесь оно. На врагах, как он стреляет вообще? Сундук с энергией. Впервые у нас попался он сам по себе. Оу. Ружейная душа, ты проиграл. Ё-моё, предмет черного качества. И с новым предметом оно играет. Как-то работает. Не понял пока что. Ты что такой этот самый бледный? Воу. Почему ты такой сияющий? А, стоп, может мы войдем в эту ауру, и она начнет получать... Враги начнут получать урон или что? Я не совсем понимаю, как это работает. Как это работает? Стоп. Это оружие по-любому очень крутое. Тем более с энергией. Я должен понять, как оно работает. Во, ты что делаешь? Я пока не совсем понял, что вот это поле делает. Без понятия, слушайте, оно какое-то очень странное. Я не знаю даже, как выглядит это оружие без энергии. Давайте проверим, кстати. Оружейную душу выкинем сначала. Не понял. Оно не оставляет типа вот этой штуки, да? Ага, понял. Походу, что оно не оставляет вот этого поля под собой, которое там было. Правда, я так не понял, что оно делает. Без понятия, ребят. Потому что я думал, что он наносит урон, но вроде как бы нет. О, привет, слушай, давай. А, стоп, я что-то не разведал еще, что ли? Или ты что, комнату с боссом тоже, что ли, считаешь? Походу, он считает комнату с боссом тоже. Просто раньше мне казалось, что он ее не засчитывал. Типа, не надо было ее разведывать, окей. А причем это оружие только заряжать надо. Ружейная душа, она, смотрите, как работает. Тихо. Насколько эффективно это копье, я не знаю пока что. Во, враг стал желтым. Что с ним становится теперь? Как странно все было из этого, из нашего... Из-за нашей... Ах, ты собака, не успел прожать пустышку. А, ему как-то... А, ему урон... Нашли оружие, смотрите, сейчас будет... Чем мы просто их порвем. Вообще, нифига себя, оно дамажит. Вы посмотрите просто на дамаг. Охренеть! Вот это оружие! Вот это пушка! Да, к сожалению, мы получили урон. Ну и ладно. А, она вот эту комнату, походу, засчитала, что мы ее не разведали, да. И это опять ты. Я думал, что я тебя уже спас, сколько надо. Ладно, я... Так, ты просто... Единственное объяснение, ты просто тупица. Я так и буду отправляться на поиск своего шлема и попадать под замок. А затем ты будешь меня выпускать и снова сбивать мой шлем. Это безумие. Когда снова придешь в Бриши, поговори со мной. И смотри, черт побери, куда идешь. Так, и у нас тут карта... А, вот карта завершена теперь. Понятно. Значит, эти две комнаты надо было еще разведать. Понятно. Так, и нам дали клейка-лента. Ой, ё-моё, ё-моё, ё-моё. Без понятия, что нам делать. Вопрос, что будет, если мы Кейси притарабаним что-нибудь?
Наверное, будет хрень, да? Наверное, да. Что к чему мне склеивать? Хорошо автоматические оружия друг с другом сочетаются, но у нас таковы, как бы, которые хорошо бы зашли, у меня их нету, по-моему. Не совсем я шарю, как клейкой ленты пользоваться правильно. Я бы хотел это солнечное копье привоять к чему-нибудь. Я запомнил, как что у нас как клеится предметы. Сначала что приклеиваешь, далее к чему. По-моему, как-то вот так. Давайте попробуем тогда, например, наковальник, может быть, приклеить к вот этому копью. Давайте попробуем так. Так, вот это оружие к вот этому. Теперь у нас должен лететь наковальник с этим копьем. По-моему, все работает, ребят. И у него боезапас приличный, кстати. Стал больше. А, ну и тратится в два раза больше, понятно. А, стоп. В два раза больше тратится? Да, в два раза больше тратится. Окей, вот так вот выглядит, в общем, хорошо. Я, в принципе, доволен. Так, давайте сломаем сундучок. Так, сердце я не знаю, куда оно будет девать. Вау. Оружейная душа, я про нее так не дорассказал, так как всегда у меня эта проблема. В общем, что она делает? Так, мы не нашли секретку, да? А, нет, мы нашли уже секретку. Да, она там сверху была. Окей, тогда выходим нам с этажа и все, собственно. Или мы идем на секретный этаж еще. Блин, не знаю. У нас есть что продать? У нас есть что продать, в принципе. Значит, что, погнали. Я думаю, что мы справимся. Можно ему хлам продать. Ну ешь ты хлам-то мой, ну блин. Вечная проблема попасть к этому вот засранцу. Он издевается. Я еще не в ту сторону кидаю. Я знаю, что у нас, типа, мы кидаем предмет в ту сторону, в которую, как бы, у меня персонаж направлен. Он у меня направлен в ту сторону, в которую я в последний раз смотрел мышкой перед тем, как открыть вот этот интерфейсик. Так, все, пусти меня на новый этаж. Пыщ. Все, попали. Оружейная душа. Если мы умираем, мы начинаем с тремя сердцами заново этот этаж. То есть мы воскрешаемся в начале этажа, все комнаты восстанавливаются. Мы начинаем со стартовым оружием без ни хрена, и мы должны найти наш труп. Я не знаю, это к чему-то отсылка, я знаю. Это прямом к чему-то отсылка, вау. Как это сработало сейчас прикольно. По-моему, с этим самым. По-моему, это оружие прикольно сочетается с злыми пулями. По крайней мере, пока что это выглядит забавно. По-моему, им просто урон наносится, судя по всему, от этой золотой ауры. А, я понял, все. Эта штука, которая вот это ставится, она как раз-таки создает в том числе эту золотую ауру. Видите, враг зашел в нее, он попал под ауру. Видите, он получает они урон. Какой-то небольшой, но получает. То есть это один из видов статуса. Статусных атак. Атак. Окей, это интересно. Это, блин, это может играть хорошо. Я не знаю, какой у него урон. Я забыл, какого качества было это оружие. По-моему, зеленого. Синергия и склейка ленты, это выглядит забавно. Единственное, что нам надо его перезаряжать, иначе у нас наковальник перестает действовать. Вопрос, а если у нас наковальник перестал действовать, у нас отнимается боезапас за наковальник или нет? Скорее всего, не должен. Давайте сейчас проверим как раз. Какие медленные выстрелы. X87? Да, не работает. Так. И пряность. Еще. Ой, я зелье использовал. Все, пряность больше не используем. Я думаю, что у нас проклятие достаточно. Если что, мы, в принципе, можем в любой момент при желании сбросить кейси, у нас проклятие уберется, если у нас даже будет смерть призовется, у нас... как его? Мы можем ее убрать. Но на самом деле я даже беру, боюсь, не из-за проклятия, а из-за того, что у нас мало здоровья остается. То есть у нас осталось буквально 4 сердца. Что меня не радует. Так, надо не забывать наш артефакт использовать тоже, хотя... Сингулярность, она жрет эти самые гильзы. Я это помню. Так. Сидишь такой за столом, важный человек. Так, я забываю перезаряжаться на самом деле, потому что перезаряжаться надо самостоятельно. Так, между комнатами всегда надо. Если мы найдем еще здоровье, то окей. Если мы не найдем здоровье, я бы потаскал пряность с собой, чтобы ее использовать, когда у нас максимальное здоровье как бы уже будет... Когда у нас здоровье будет уже неполное. То есть, и мы не сможем его толком восстановить уже в таких количествах. Тогда окей. Но пока что все-таки нет. И плюс мне еще пряность некуда девать, потому что у меня два артефакта всего мы можем таскать. Активные предметы, вернее. И они у меня оба за слоты забиты уже.
Ух, ни хрена себе, увидели вот эта штука. Че это такое? Оно не дамажит нас, да? О, во! Че это такое? Может быть, здесь какая-то секретка с этим связана? Ну, мне нечем это взорвать. Я, можно постараться каким-нибудь там бомбардиром. Где бомбардир? Где бомбардир? Оп. Ну а вдруг? Че это за звук такой странный? Когда бомбардир заряжается, какой-то очень странный звук. Я знаю, что я сейчас, походу, какой-то фигней страдаю, да, вам кажется так. Просто вот это вот, оно выглядит очень забавно. Я думал, что мало ли здесь какой-то секрет есть. Но все еще сложно поверить, неужели на этом даже ничего нет вообще? Здесь вроде как новый этаж, должен быть что-то такое грандиозное, а здесь просто забавный этаж с виду, в котором смысла особого нету. Я все пытаюсь ему дать шанс на возможность на жизнь. Оп. Все, зачистили. Кстати, а секретка, секретка, точно. Мы, если здесь есть секретка, мы ее сейчас увидим, точно. Надо будет пройти сейчас по этажу, ребят. А, потому что у нас есть пачка денег, мы увидим секретку, если таковая здесь есть. То есть на 100% узнаем это. В принципе, секретки есть на всех этажах. Пока что есть на всех. Даже на этаже с лечом и даже на аббатстве. Узнаем и здесь тоже есть ли. По всем стенкам так пробежимся. Надеюсь, что я... Вряд ли уж я вот так акцентируя внимание, могу как-то ее не заметить еще. А, ну еще надо учитывать, что она не у всех стенок может быть, а то я здесь, например, проверяю. Там она, конечно же, не может быть. Так, ну пока я не вижу никого. Не вижу нашего призрака. Объекты игровые здесь мне нравятся, конечно. Эти вот стекла особенно, которые... Ай, как приятно, слушайте, это знаете, вот это ощущение, это как когда лед затаял, типа лужа замерзла. И просто попробуй пройти мимо, не сломав его, не знаю, я до сих пор обожаю это делать, просто это офигенно. Там такой звук классный. Так, и походу здесь нет секретки все-таки, потому что я нифига не вижу. Последняя комната остается. Конечно, это очень вряд ли, что здесь может быть что-то такое. Вдруг было бы. Ладно, идем на босса, собственно. Мы до сих пор его ни разу не убивали без получения урона. Я думаю, что сейчас у нас есть шанс, если мы будем использовать команду. Команда используем, он взрывает... Стоп! Блин, надо как-то... Знаете, что надо сделать? Надо использовать вот это. И пока мы это используем, выкидываем злые пули. Вот так. Все, теперь мы можем во врага... Что такая ракета медленная? Ее замедлило это самое, что ли, да? Так, если что, мы используем зелье свинцовой кожи, как только будет опасность. Пока что нет опасности. Вот, блин, шикарно прожал, конечно. Так, если что, у нас сингулярность зарядилась уже. Тоже, когда будет опасность, надо будет использовать. Оп, вот сейчас, например. Не налети на меня только. Блин, она все поглощает, просто все. Мои выстрелы и вражеские выстрелы. Это не есть гуд. Ой, нет, мы сейчас получим урон. Да блин. Слушайте, я не знаю, как от него ворачиваться, когда он начинает тебя зажимать просто. Из-за того, что он по всей карте бегает, здесь очень неудобно передвигаться. К сожалению, мы до сих пор не смогли его убить без получения урона. Я не знаю, может быть... Ну, а вдруг все-таки что-то за это открывается. Я, конечно, очень сомневаюсь. Оу! За то, как я сейчас мастерски проманеврировал. Вы оценили это, да? А тебе все самое лучшее. Аганим был побежден. Окей, что-то как-то подлагнуло немножечко. И пряность дают еще. Ух. Что тут? Еще пряность. Все, это последняя пряность, которую мы используем, ребят. Так, дай мне, пожалуйста, вот это. Потому что дальше у меня волнует наше количество здоровья. Если мы используем еще эту пряность, у нас остается типа одно максимальное здоровье, плюс еще патрон мастера. В общем-то, все, да. Иди на следующий этаж. И все, да? Да. Фух, у нас сейчас должен быть огромный урон. У нас должны боеприпасы падать. Мы, единственное, что нам надо очень важно, не получать урон, особенно от проклятых врагов. Со здоровьем сейчас будет некоторая проблема, но с другой стороны, мы будем очень легко зачищать комнаты. И сейчас надо, кстати говоря, не обращать внимания на дамаг оружия, потому что бывает в таких моментах, а когда у тебя много урона какого-то дополнительного, начинаешь думать на какое-то оружие, которое не считает, не является имбой, что оно очень крутое. На самом деле, за счет того, что у меня даже сейчас
стартовый револьвер должен хорошо дамажить. Ну, не то, что хорошо, но нормально. Слушайте, мне копье нравится, но мне не нравится, что я его скрестил с наковальником, у которого всего три выстрела в обойме, которые постоянно не играют у меня. Оп. Про которое я вечно забываю. Копье, слушайте, копье мне нравится. Оно очень весело выглядит. Ружейную душу я бы все-таки брать бы не хотел. Есть еще клон. Как это? Не помню, как он называется, короче, клон. Опять пряность, вот она везде попадается, да. Оу. Что это? Блокнер, проклятый блокнер. Мы на него использовать будем зелье сердцевой кожи, если что. Вот я не знаю, даже я попадаю по нему так, или все-таки уходит в сингулярность. Выстрелы у него вроде обычные по скорости. Так и должно быть, в принципе. Вот сам он должен быть быстрее немножечко. Вроде особых проблем пока что он не вызывает. Слушайте, у него выстрелы реально какие-то очень медленные. Нет, слушайте, у него не выстрелы не обычной скорости. Они у него медленные какие-то, заметили? У него серьезно все очень какое-то замедленное. Знаете, что из-за чего это? Походу, это из-за копья. Мне кажется, что копье замедляет врагов еще. Помимо урона, оно еще и скорость бега врагов уменьшает. Вот что. На секундочку я паузу нажму. Так, прошу прощения, просто мне послышалось, что у меня какой-то грохот дома был. В наушниках я плохо слышу, но мне показалось, что что-то пронеслось. Прислушался, вроде ничего больше не услышал. Вот он самый, этот самый, вот этот вот самый. Ну вы поняли. Святилище дурного глаза, шара при многих стволах очевидца. Похоже, что в каждой руке святыни может поместиться по оружию. Суть в чем, в него как раз таки надо принести оружие. И команда — это одно из тех оружий, которое ему работает как раз таки. Которое ему надо снести. Вроде больше у нас оружия для него нет. Почему у меня все оружия какие-то красноватые такие? С красным оттенком. Из-за чего? Стоп, это серьезно, из-за чего? Не совсем я понимаю. Мне так кажется, по крайней мере. Какие-то они все рыжие такие, ладно. Что будет, я не знаю. Надо принести ему все 6 оружий за несколько забегов, пофиг за сколько. Интересно, что откроется как раз-таки удачно, знаете, что мне написали в комментариях про это. И я про это именно в этой серии сказал. И именно сейчас-то все упало. Подстроено все, да-да-да. Окей. Ну я не знаю, сколько серий у меня это займет, это я чувствую, что будет еще очень и очень не скоро. Так. А, у нас стала техника оглушения есть же, да. Все время я про нее забываю. Оп. Так, надо не забывать про перезарядку. Сундучок. Деревянный. Деревянный сундук я не особо бы хотел, но там может быть хорошее оружие с синергией, если вдруг попадется таковая. Плюс там может пасканить там броня или что-нибудь такое. Вот меня интересует больше сейчас здоровье. Но мне кажется, что из него также легко может выпустить этот самый, просто пряность. Поэтому я даже и не знаю. Но если у нас не будет хватать здоровья максимального еще, если мы потратим всю броню нашу и здоровье начнем тратить, то можно будет открыть там хотя бы одно красное сердце лежит. Тихо, все. Сундук. Пряность. И индикатор боеприпаса, да? Да, это боеприпасы. Да, пряность теперь везде попадается. Забег на пряность. Ну, вы видите, какой урон. Я обожаю пряность, она огромный ДПС просто дает. На что мы восстанавливаем боеприпас. Но вот это, наверное, оружие, и все остальное тоже восстановится. У нас вот это полное становится тоже. Теперь у нас отличная ситуация в плане боезапаса, в плане дамага. Немножко не хватает здоровья, и все. Лук любви, зашибись. Очень полезно. Буду использовать примерно никогда. Конечно, на шестом этаже можно там каких-то... О, стоп. Стоп. Вот эта броня, походу, она уменьшает... Она убирает урон при контакте. Я так понимаю, да? Я просто уже забыл сам. Окей. А, вопрос в другом. А почему у меня боеприпасы полные сейчас стали? 231. И опять 231. И опять 231. А в чем прикол? Вот, 229 стало. Почему у меня боеприпасы не тратили сейчас? Потому что у нас этот забег, мы просто пытаемся узнать, как работает это оружие, походу. Серьезно. Я не могу понять. 225. 223. 221, вот сейчас проверяем. 220. Да вроде отнимается. 219, да, отнимается все. Почему у меня тогда не отнималось, я так не могу понять. 229, в смысле?
Как это работает? Я не понял. Серьезно, если... походу я понял, все. Броню отняли. Броню таки отбили от меня. Походу, если враг умирает от нашей ауры, я так понимаю, да? Или в этой ауре, или еще что-то такое, нам восстанавливают сколько-то боеприпасов. Сколько, без понятия. Походу, около десятка. 223. Вот сейчас смотрим. Вот этот враг умрет. Нет, не на нем надо показывать, на вот этом. Нет, не на этом. Надо, чтобы враг умер сам от ауры. Это... казалось, что красная дверь сначала была. Хотя, может, и не показалось. Я не могу врага, у меня все враги с ваншота улетают. Так, у нас там сундук этой самой синергии здесь комнаты, но за деньги. За большие деньги. Я думаю, что мы можем себе это позволить, в принципе. Что деньги на нас утратить некуда, но сначала я пойду в магазин. Вдруг там будет что-то вроде брокколи какого-нибудь. Оу, это рука тоже... так она работает, то есть. Ты что, она не исчезла! Она не... В смысле, уйди! Ну, в смысле? Че сейчас было, ребят? Ломаем игру просто. Стелотехника, что ты творишь? Рука осталась, она начала бегать за мной по всему этажу. Когда я зашел в комнату, она засчитала, что комната не зачищена до конца, но при этом она пустая. Там осталась как бы эта рука. И после этого рука сразу же исчезла, потому что не было врагов. Вау. А пока рука находилась наверху, она как бы не считала, что ли, за врага? Понятно. И ключ просрали. И на мимика чуть не нарвались. Ой, тихо. Здесь же дверь открывается долго. Потому что мне реально кажется, что все какое-то красное. А, что здесь было? Я забыл. А, пряность была, наверное, да? Спасибо за Амасприт. Чё? За кого? Амасприт. Наверное, это красный боеприпас был, да? Что амма это боеприпасы, типа. Ну, почему сприт? Я не знаю, быстро. Сприт это черт знает, как это переводится. Наверное, я какой-то там пикап не подобрал, даже не заметил, если честно. Там еще половинка сердца лежала. Так, кто остался-то? Где-то там кто-то. Спасибо. Фу, как хорошо, что стрелочка показывает, где враг находится после некоторого времени. О, плохая комната. Я видел, как ее на спидране чел проходил, вот именно эта комната ему попалась, если ошибаюсь. Как он там расфигачил просто все подряд. Ой-ой-ой-ой. Пряность еще одна, нам не нужна она. Идем просто дальше. Оу, теневые патроны. Нужны. Нужны, очень сильно нужны. Мощный залп нам не интересен. Берем пулю, не знаю зачем. Толку с нее нету. Я забыл смотреть за секретками, следить. Я не знаю, где этот чел с секреткой. Ай, хрен с ним, знаете что? Не шибко он нам не интересен. Так, мы возьмем здесь синергию какую-нибудь, что-нибудь. Давай, сколько она у меня взяла денег, я не знаю, не посмотрел даже. Судя по всему, монет 70, наверное. Оу, вот и тот самый, серьезная пушка, которая может защищать комнату на халяву. Она крутая, она красного качества, если не ошибаюсь. И она без синергии. Спасибо. Чем мы будем убивать босса, вопрос? А вот этим оружием, вот этим, то есть, или чем? Наверное, им. Что мы у нее еще можем купить? Электрошоковое ружье, мощный залп можно купить. Мощный залп, наверное, стоит, нам больше ничего не надо такого. Ладно, идем на босса, пробуем его убить. Пауза. Так, продолжаем. У нас дракон обычный явно. Так, я хотел этим оружием попробовать его убивать, вдруг оно будет хорошо работать. Попробуем его без получения урона убить, конечно, было бы хорошо, но не обещаю. Так, не уверен я, насколько у него хороший ДПС, насколько нужен наковальник в сочетании, кстати, здесь. Так, слушайте, по-моему, нормальный урон у него, вполне себе. Оп. Я пытаюсь присмотреться, но в принципе ДПС есть какой-то, да. По-моему, оно вполне... Копье выглядит реально круто. Мне нравится. Хотя, стоп. Это у нас сейчас копье, при том, что мы набрали целую тонну проклятия. Целую тонну дамага повышения. Это надо тоже учитывать, пожалуйста. Я про это люблю забывать. Сингулярность нельзя использовать на второй фазе, потому что у нас начнется полный хаос. Вот сейчас можно использовать. Сейчас, смотрите. Опа! Вот рикошет, смотрите. Опа! Просчет. Вот из-за этого я боюсь ее использовать на второй фазе. То, что может произойти примерно то же самое.
Зато здесь можно использовать зелье лицевой кожи спокойно. Еще можно было бы здесь с Кейси проходить, типа ломать выстрелы, отбивать вернее. Но смысла особого я не вижу, если честно. Так, мы, кстати говоря, удобно то, что мы быстрые. Из-за пушка кофе. Так, я хотел посмотреть, это самое, заряжена ли у нас команда, потом я вспомнил, что я команда продал. Вернее, отдал его. Так, не, к сожалению, я мало нанес ударов. Я не заряжал до конца и пытался выстрелить раньше времени. Тихо. Нам сейчас здоровье максимально очень сильно пригодилось бы, ребят. Мы, кстати говоря, можем вообще, поскольку сундук на следующем этаже, на него рассчитывать особо не стоит. Чуть-чуть еще не хватило. Ладно. Поскольку сундук на следующем этаже, далеко не факт, что нам выпадет, и нам вот этот ключ, ну, возможно, в никуда у нас как бы не потратится. Возможно, есть смысл тогда открыть тот деревянный сундук за один ключ просто. Вдруг нам в нем дадут броню, и это уже будет хоть какой-то дроп на самом деле. Ну, а вдруг? Конечно, пряность я не буду использовать больше. Мне достаточно дамага, в принципе. Еще здоровье терять дополнительно, которое я сейчас как раз таки получу, не хочу. Мы на четвертом этаже, к сожалению, слили патрон мастера. Достаточно как-то глупо, да? Как именно я на столбах его слил, я не помню уже. Окей. Пряность, естественно. Кто бы мог подумать, да? Так, знаете, что надо сделать? Надо поискать секретку. Вот что. Она может быть где-то вот тут, например. Но нету тут. Так, ну отправляемся на поиски секреточки тогда. Я, наверное, паузу ставить не буду, ладно уж. Думаю, что это не займет слишком много времени. Не думаю, что это кому-то так критично будет. А может, кому-то наоборот интересно даже посмотреть, как мы просто ищем, бегаем секретку по этажу. Так, тут нигде нету. Вот тут может быть. Нам не обязательно все комнаты подряд защищать. Нам надо просто проверить комнаты, в которых она в теории может быть. Не знаю, может ли она быть в этой комнате, кстати говоря. Так, тут тоже не видно. А мы ее не нашли случайно еще. А это не секретка была? Я не помню вот просто. По-моему, нет. По-моему, это была обычная комната. Так, у нее секретки тоже нету. Такс. Мы много комнат уже проверили. Пока что я ее не вижу. Если я ее не найду сейчас ни в какую, я тогда остановлю запись, тогда да. Тогда поищу сам так. Потом включу и покажу, где она была. Где же ты? Ой! Я что-то думал, что есть маленькое расстояние. О, смотрите, нам оружие дали за то. При получении урона из-за того, что мы прыгнули в пропасть. Вот уж смелый поступок, да. Окей. Тут нету, это я точно помню. Еще раз проверим на всякий случай. Ну, блин. Оружие сейчас исчезнет. Вот здесь нету. Тут нет нигде. Ой, начал использовать другое оружие уже. И тут не видно секретки. Где секретка, ребята? Где моя долбанная секретка? У меня же есть пачка денег, да? Да, пачка денег есть. Мало ли я ее ищу без нее. Я не вижу. Я вот всегда у меня горело немножечко, когда видел, как какой-то человек проходит на видео проходит, и типа он в этом то ли кто крысу ищет, то ли еще что-то такое, то и секретку ту же самую. Не проверяет какую-то очевидную комнату и думает, что он все проверил. И вот сейчас то же самое. Я смотрю, я не помню, в каких комнатах я уже был, а в каких нет. Не знаю, почему это так работает. Почему у меня память как у золотой рыбки какой-то становится. Вы знаете что, пауза. Пауза и посмотрим. Если не найду, то не найду. Если найду, то покажу. Так, и слушайте, на самом деле я ее не нашел. Я не знаю, я несколько минут, не знаю, минут 5, наверное, может даже больше. Искал, вообще не видно ее. Вообще не могу найти. Где она может быть, понятия не имею. Серьезно, не нашел, просто не нашел. Она должна была подсвечиваться, я не нашел, я везде смотрел. Несколько раз. Может ли быть такой вопрос, что секретка все-таки не заспавнилась? Я просто, честно говоря, не помню, есть ли такая штука в оружии. Может быть, есть какой-то такой маленький шанс, совсем маленький. Но как-то не знаю. В общем-то, мы заканчиваем с этим этажом. Я уже забыл, что у меня там за предметы есть. Пока я искал секретку. Идем на... Так, да, я туда прыгнул, а то я уже засомневался. На Лича идем. Ой, шикарные прыжки. Аккуратненько. Все, тихо. Прикиньте, спидран делать, человек такой максимально быстро проходит и на этом моменте задупить. Вот таким же способом, да.
Три раза подряд. Мимо. Так, идем на лича. Я думаю, что вполне себе шанс есть. У нас неплохой урон. У нас есть хорошие активки, которые обеспечат нам большую безопасность на продолжительное время. Единственное, что меня волнует, это не лич даже больше. Только если на лича мы придем с маленьким количеством здоровья. А это этаж, который мы можем очень-очень, блин, долго проходить, зараза. Который большой и тяжелый. Вот это было совсем не в это самое, не в смысл. Нам дали пушку. Я даже с ней боюсь идти на пролом. Я сейчас начну, включу режим Рэмбо, пойду вперед и получу где-нибудь урон просто глупо совершенно. Все, исчезает оружие, все. Почему оно всегда переключается на это оружие? Так, дайте мне мой копье мое. Так, иди сюда, вот. Отлично, хороший ДПС. Тут еще остался, вон где-то там. Убили, походу. Так, берем боеприпасы на это же оружие, потому что оно, по-моему, эффективное достаточно. Меня напрягает это силовое поле, мне показано. Я сначала испугался, пытался с него. Вернее, хотел с него убежать. Это же наше. Где-то там враги есть какие-то. Где точно, не знаю. Оп. Кто еще? Раз. У, на опережение, да. Это засранцы еще те. Раз, два. Так, нам дают боеприпасы только так. На что нам их тратить, без понятия, в таких количествах? Ну, на вот научную пушку. Допустим. Просто копье, во-первых, смотрите, я знаю, что я сейчас использую в основном одно оружие, но просто оно, во-первых, интересное, а во-вторых, оно новое. И в-третьих, оно эффективное. Конечно, можно поиспользовать позвонок там, он тоже очень хорош, но, по-моему, копье не хуже, серьезно. Хотя это может из-за того, что не урон такой большой. Давайте позвонком попробуем побегать. Так, все-таки нам вниз надо. Ай, все-таки здесь не тупик. Я думал, что это типа круговая какая-то такая комната, в которую типа, которая вот петля, которая есть в начале этажа зачастую этого. Я думал, что это она, походу это нифига не она, и нам туда реально надо. И мы сначала все нормально пошли. Ну, почти нормально. В итоге я разведал все начало. Ну, бывает, чего ж тут. Оп. Так, ну урон. Честно говоря, мне кажется, что у копья даже больше. Хотя, не знаю, этим оружием столько легко пользоваться. Хотя вот такой враг вообще неприятен. Неприятно для нас, не попадет, не попадет. Ты сломайся, лопни. Знаете что, надо использовать зелье свинцовой кожи на такой момент дурацкий. Но, по крайней мере, я про него не забыл. Не запаниковал, как обычно это бывает у меня. Оу, оу, а в наш шарик разбился этот выстрел. Это был подставой, кстати говоря, потому что эти выстрелы могли в нас попасть далее. Так, ну, я думаю, что на босса у нас боеприпасы просто не должно какие-то быть проблемы с ним какими-то. Проклятые враги, это, конечно, толстые, капец. У нас было в прошлом, по-моему, забеге, у нас были краски серебряные пули попались. Мне сказали, как они работают именно. Они дают 225% урона по проклятым врагам, плюс еще 25% по боссам дополнительно. Наверное, тоже по проклятым. А, и плюс у них синергия с проклятыми патронами, которые увеличивают каждый, за каждую единицу проклятия урон твой на 10%. То есть твой урон в принципе на все оружие против всех врагов. Вроде. А синергия заключается в том, что синергия вообще забавная. Она увеличивает твой дамаг на 0,1%, вроде там сказали. За каждого убитого врага. То есть мы вот такую комнату, допустим, защищаем. Я не знаю, вот эти летучие мышки считаются за врагов? Вроде как да. По-моему, за них тоже метроном, например, считается. По-моему, они считаются за врагов. То есть за... вот мы сейчас получили бы плюс несколько процентов дамагу. Пряность, черт ее знает, брать или нет. С одной стороны, нет, знаете что, не будем брать. Нафиг, в баню. Потому что вдруг мы все-таки восстановим здоровье, плюс нам это все равно половинку нам потеряет. Потеряем мы из-за нее. Поэтому я все-таки понадежнее хотел бы сыграть. Дамага, не надо быть жадным. У нас дамага и так достаточно. Оп. Что, ну копье, оно прям вообще... вообще топчик. Оно мне очень нравится, серьезно. Очень выглядит забавно та штука, которая быстробег. Она явно имбаланс... ну, не имбаланс, но она имба. Она очень интересная, но зараза редко срабатывает. Но если она выпадает тебе на босса, она на босса просто рвет. У нее огромный ДПС, огромная скорострельность, просто дьявольская. А, нет, не вовремя включили. Комнату мне. Чем сложнее комната, тем лучше. Но, естественно, надо учитывать, что это оружие, как бы оно хоть и крутое,
Но не надо терять голову из-за него, потому что если ты потеряешь голову из-за него в неподходящий момент, ты можешь побежать вперед, начать все рашить и начинать получать урон дополнительный в панике. Что пытаешься максимально эффективно оружие использовать, в итоге это тебя подводит. Бывает зачастую у меня такая фигня. Не помню, с какими предметами. Я про какие-то предметы я говорил это уже. Ну не помню, про какие. Так, боеприпасы на что? На позвонок, мы его почти потратили. Секретки, кстати говоря, мы же можем их искать с бомбардира спокойно. Я их не ищу. Хотя здесь нас секретка, если честно, не особо интересует, потому что она содержит в себе красного пожирателя. Ауч, нет, проклятый удар получили вот этой долбанной головы. А, это очень плохо, на самом деле. У нас два здоровья осталось, нам надо экономить здоровье. Да, слушайте, реально, она замедляет вражеские выстрелы. Это явно. Видите, как он медленно влетели снаряды? Я это на блок не почувствовал, потому что я помню, что вот эта атака, когда он три выстрела подряд каких-то таких кидает, неприятно. Ну, пофиг уже, куда боеприпас, на самом деле. У нас их везде достаточно. Три выстрела такие, которые круговые, плюс еще по центру там выстрелы появляются. Он, эта атака у него очень быстрая, зараза. Я всегда ее боялся, а в тот раз он как-то ее очень медленно не выстреливало, что я мог даже перекатываться через нее. А обычно, если через нее перекатываешься, то попадаешь в следующую волну этой атаки. Как-то так. Опасная ситуевина была. Ну, а мимо. Оружие, в принципе, оно быстро летит очень. Вот это приятная штука. Приятный бонус. Ну, дома, конечно, сердце. Это отличный дроп. Это очень меня... Очень поможет. Надо быть поаккуратнее. Мы его сваншотили? Да, до черепка его уменьшили с первого выстрела? Какой у нас урон, у меня вопрос. Я просто на драконе... Я обратил внимание, что, в принципе, у нас ДПС неплохой. На драконе сложно понять, потому что у него здоровье просто тонна. На лече будет яснее, на самом деле. Кстати говоря, мы можем вообще-то стелс-технику использовать. Не забывать про нее. Так, а у нас самый король. Убили короля. Второй король. Убили короля. Отлично, долой короля. Откуда это, кто помнит, а? Русская озвучка короля льва мультфильма. Кстати, летом же выходит этот самый. А, фильм еще снятый по тому же мотиву, по сюжету, не знаю. Но как бы с настоящими животными и так далее. Я видел какие-то, знаете, типа сравнение того, что в фильме будет, и того, что... Секретка, кстати говоря. И того, что было в мультфильме. Там прям кадры такие, знаете, прям сцены целые перерисовали. Не знаю, мне было бы даже интересно сходить. Хотя я небольшой фанат кино. Но почему бы нет. Так, мы зачистили комнату, да, зачистили. Значит, нам надо переключаться на бомбардира. Я сначала хотел пустышку сразу же прожать, но вовремя среагировал. Да, здесь пожиратель. Насколько оружий? Нас, по-моему, недостаточно. Ну, в конце можно скормить, конечно, то, что мы вряд ли будем использовать. Нам, в принципе, достаточно этих пары оружий, которые у нас есть. Этого копья и, может быть, еще чего-нибудь. Оп. Если бы у нас было бы... О, проклятая дева. Вау. Ее выстрелы, они просто страшно выглядят, скорее даже. Не то, что она сама страшнее стала, у нее выстрелы жутко выглядят как-то. Не люблю эту комнату. Здесь всех врагов, которые сильные враги разных этажей, их здесь всех запихали. То есть вот эта голова, да, железная дева, тут вот статуя, тотем этот, то есть. Так, давай леча мне уже. Пора бы уже леча найти. Так, стелс-техника. Не вовремя. Стелс-техника. Все, идеально. Тебя. Так, этого можно в конце их убивать, в принципе. И вот так даже делать. Все, спокойно. Реально, слушайте, он замедляет вражеские выстрелы. Интересно, это из-за синергии или это базовое у этого копья такое свойство есть? О, тише, блин, какой враг противный. Но мы его оглушили вовремя. О, мы его убили. Просто закидали копьем. Так, а нам куда-то в сторону надо выходить, походу. Я думаю, что если мы сейчас 2,5 сердцами пойдем на Лича, у нас есть все шансы, в принципе, на него. Легко. А единственное, что меня напрягает, чтобы он не был, блин, проклятым. Если у нас будет проклятый босс, попадется еще. Кстати говоря, мы можем эту пряность прожать, в принципе. Значит, что нам надо сделать? Нам надо... Вот так вот, надо крысу отогнать. Опа.
Мы отогнали, теперь мы одну комнату можем зачистить спокойно. Проверить, здесь есть лич или нет. Здесь нет лича. Если здесь был бы лич, я бы сейчас взял бы пряность, использовал бы ее и пошел бы на лича тогда. Со скольки-то проклятия начинаются проклятые боссы. Со скольки именно, я не помню. По-моему, с 7. Но я без понятия, сколько у нас проклятий. Можно, конечно, посчитать там, учитывая, сколько у меня патронов мастера я... У меня сейчас с собой, сколько у меня здоровья слил. Сколько у меня должно быть хп. И так далее. Блин, даже не знаю. Ну, давайте проверим соседнюю комнату и сразу же... И сразу же телепортируемся туда. Вдруг... Если здесь будет лич, лич, тогда возвращаемся обратно. Сразу возвращаемся обратно. Быстрее, 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 крысу, крысу отогнать. Фух, успели. Так, значит, мы используем пряность. Так, и мы продаем наш... вот это оружие, по-любому, сразу же сдаем. Потому что вдруг у нас сейчас проклятие краски стало бы... Нельзя сдать его, окей. Тогда сбрасываем просто. Револьвер Шейти нужен? Ну, пусть будет. У нас оружия-то не так много, на самом деле. Я не знаю, есть ли смысл ему вообще скармливать. По-моему, он, его прогресс, по-моему, не переносится на следующие эти самые. А на следующие забеги. Знаете что, пошел он в баню, не хочу я с ним возиться, если честно. Идем на лича и просто разносим его. Мы должны его порвать, у нас огромный ДПС. Если мы умрем, у нас работает ружейная душа, я просто обосрусь проходить этот этаж с стартовым револьвером. Обычный лич. По-моему, ДПС очень и очень неплохой. Только, по-моему, лича нельзя в этот статус запихать, походу. Видите, не хочет срабатывать. Тихо, может мы его без получения урона убьем, а? Шестой патрон мастера бы, а? Здесь, конечно, не может быть такого, потому что лич последний босс, здесь в нем смысла нету, в принципе. Патрон мастера, если бы здесь даже таковой был бы... Опа, а нет, тихо. Без получения урона хочу. Давай, лич без получения урона. Хотя бы разок надо сделать это. Если получится, конечно. Но если не получится, я особо париться не буду. Нам главная задача сейчас его победить. Хотя я не особо вижу смысла в этом забеге, потому что мы особо ничего нового не открыли. Зато мы увидели вот этот предмет новый. Мы увидели очень новое крутое оружие, причем мы его использовали с клейкой ленты. И еще мы увидели несколько забавных таких, не знаю, багов это или нет. Это, наверное, не баги, это просто так было всегда. Но просто забавно, я таком не знал, это как мы. Офигеть, дома, конечно. А когда я с сундуком-мимиком вышел в комнату, и она открыта была, и я мог просто путешествовать туда-сюда. Или когда... На всякий случай я так использую, хотя это было бессмысленно, да. То есть в конце оно у меня все еще работало. Фу. Последний момент использовал. Воу! 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 Это не так должно было работать. О, спаслись. Воу, как все плющит-то. И этот момент с рукой был тоже забавный достаточно. Мы его убили легко. Я не уверен, насколько сильно увеличит на ДПС наковальня. Стоит ли ради нее постоянно перезаряжать оружие? Просто вот в чем дело. Ну пока что мы идем отлично. Так, давай. Давай, 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 собирайся, собирайся, собирайся. Ну давай, давай, давай. Я знаю, как ты появляешься. Можешь это мне не демонстрировать отдельно. Нам зелень со своей кожи откатило уже давно. Я не знаю, как будто бы ДПС какой-то огромный просто. Сколько всего происходит на экране. Что бы я сейчас делал без зелья? Надо обратить внимание. Да, по-моему, у него и так ДПС отличный у этого оружия. Ой! Я хотел на Shift нажать, но не на Shift. Нет, 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 нет. Пожалуйста, пожалуйста. Вот, вот так, все. ДПСим, ДПСим. Хоть сколько-то я ему... Сколько-то я ему втянул урона этим оружием. Все, добить оружием этим. Все, изи. Слушайте, у него ДПС на самом деле хороший, конечно, но, по-моему, у нас и так был ДПС отличный. Возможно, из-за нашего как раз-таки пряности нашей было у него огромный урон тоже. Не знаю. Но, по-моему, оружие все-таки веселое. И артефакт, в принципе, оригинальный. Потому что забег, он такой, типа... В нем не было чего-то такого невероятного, но он был очень хороший. Он был очень просто приятный и интересный, по-моему. По крайней мере, я от него получил огромное удовольствие. Надеюсь, что вам тоже понравился. А если так, то не забудьте подписаться на канал, если до сих пор почему-то этого не сделали, если вам нравятся такие видео. Оценивайте видео, как вам понравилось или нет, оставляйте комментарии. Большое спасибо всем за поддержку в комментариях, я все читаю, на все стараюсь отвечать, как только вижу. Большое спасибо всем за поддержку и так далее, в общем-то. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. Давайте только посмотрим,
Что-то я хотел еще проверить, когда в оружейный вернулся бы. Но забыл, что. Можно купить что-нибудь. А, вот, точно, вспомнил. Вот этого, да. Сейчас у него шлем будет привязан, да? Да, привязан на цепочку. Ха-ха-ха. Не в этот раз, молокосос. Ты как меня назвал? Знаешь, взрывной шлем он открыл. Знаешь, пока мой шлем твоими стараниями не начал падать в эту яму, у меня не было никакой надежды отсюда выбраться. Но теперь, когда в оружии есть ты, я просто обязан выбраться из этой чертовой дыры. Так что, какими бы ни были твои намерения, спасибо, что даришь мне надежду. Я кое-что заказал в департаменте закупок оружия. Надеюсь, пригодится. Если ты там найдешь, можешь брать себе. Впрочем, у тебя на этот счет и сомнений не будет. Теперь иди. Стоп, она что-то расширила нам магазин, типа? У нас там был только один предмет. Оставался, по-моему, платиновые пули. Да. Может, нам надо перезайти, чтобы она сработала? Не знаю, возможно, что она сюда что-то добавит. Если это так, то это круто. Я просто думал, что она только один артефакт открывает, и на этом все. Если нет, то зашибись. Я хочу вот этого пооткрывать, на самом деле, потому что я с ним... по-моему, я его до конца ни разу не открывал просто. Я не помню, он встречается как торгаш еще или нет, или он просто здесь только поставляет товары и все. Не помню, большая шишка там была. Я пока брать не буду, вдруг я в следующий раз захочу сыграть со стрелка или за парадокса. В общем-то, на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, с вами был Леми. Как я уже все сказал, всем желаю отличного, хорошего, позитивного настроения, такого же хорошего, удачного дня. Всем удачи еще раз и до новых встреч. Всем пока-пока. I said myself